почему мы не вышли в эфир, ребята? Было известно, что с выпуском беда. У людей всегда есть оправдание. Ты какой-то я всех уволю. Никита думает, что я разрулю? Так это не должно быть, это так не работает. Сегодня мы выбираем квартиру для третьего выпуска. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. А что у нас тут происходит? Снимаем третий выпуск. То есть то, что вы второй выпуск еще не досняли и не выпустили, это так, фигня, да? И можно снимать уже сразу третий. Вы вызвали опять Сидорика, он опять говорит ту же херню, которую он говорит каждую программу. У вас опять так себе все отстроено, опять это постанова. Поэтому увидимся завтра утром на собрании, ребятки, и будем обсуждать, что будем делать. Готовьтесь. А вот это вот все сворачивайте, это заканчиваем. И так дальше не будет. Ок? Ок. Ну что, не поедем сегодня квартиры смотреть, получается? Наверное, потому что это вообще не то, что мы хотели. Это не тот концепт, не тот формат, не та программа. Это помесь. Реалити-шоу с постановой и со строительными работами. Хотелось бы разобраться. Решение собрать собрание было, в общем-то, после того, как мы понимали, что уже не выйдет выпуск. Ну, потому что за два дня до этого, в пятницу, когда был ночной монтаж, но уже было известно, что с выпуском беда, и, скорее всего, он не пойдет в эфир. У нас несколько раз переписывалась концепция. И, честно говоря, то, что вышло на итоге, не было никому до конца понятно. Это не просто так. Мы создаем контент для других людей, которым важно это смотреть. Как настрой? Так себе. А чего мы не вышли в эфир, ребята? Ни сценарий, ни концепция не были соблюдены. Но это на самом деле ситуация, которая уже не первый раз. Потому что и первый выпуск мы сдали вот такое. Ночные монтажи, которые происходят у нас, это так себе история. Я не знаю, как Вероника, в принципе, еще жива. Я монтирую. То, что это произошло очередной раз, это неприемлемо. Так это не должно быть, это так не работает. Это не то, для чего мы здесь собрались. Было принято решение, что Мирослав сейчас не режиссер. Ну, я с этим не справился. Как режиссер. С этого дня, Мирослав, ты оператор-постановщик. Ну, ты рад тому, что тебя не уволили? Конечно, рад. Также это касается и Насти, редактора. Круто, наверное, в кадре смотрится, когда кому-то говорят, ты уволен, а он потом идет на синхроне и плачет. Я старалась, насколько могла. Уволить кого-то легко. Научить работать – это намного сложнее. Так не будет. Это какой-то Да потому что у нас на самом деле все плохо. Контент должен создаваться легко, он должен приносить удовольствие. Мы должны получать все от этого удовольствие, нас должно это куражить. И вот в этом вся проблема. И поэтому нам приходится что-то сейчас менять. У нас должно было быть время, чтобы нормально восстановиться и снимать контент. Мы этот момент упустили. Потому что у нас не было понимания. Так что за эту неделю, точнее за два дня, мы должны полностью отснять контент. И за третий день его смонтировать. Если команда не сдаст выпуск в течение двух дней, я всех уволю. Надо, наверное, показать и себе, и всем, кто смотрит это шоу, что это такое. Наверное, все-таки есть что-то в том, что мы не смогли реализовать с первой серии то, что задумали, и все поломалось на второй. И мы все-таки придем к реалити-шоу и сделаем это вот в таком формате. Поэтому мы ведем часть команды в этот коллектив, который уже есть. У нас будет Толя. Который наш главный режиссер. Никита думает, что я разрулю. И в пятницу в 17:00 мы сдадимся ТНТ при любом раскладе. Я не понимаю, как можно было потратить время за дело перед вторым сезоном. Сейчас два дня на съемку выпуска, но это жесть. Я вижу второй сезон, что у нас получится реалити-шоу. Будем делать реалити общими силами. Мы сейчас не знаем и толком не понимаем, как снять реалити. Нормальный реалити. Сделаем реалити? Мы сделаем то, что не делал никто до этого. Мы сделаем классное реалити-шоу. Собрание, оно никак не прошло. Это собрание просто вот в пустоту. Пока. И если мы сможем в пятницу в 5 часов вечера сдать программу, которую мы сами посмотрим и поймем, что нам это нравится, то это будет уже хотя бы какая-то небольшая победа для нас, для всех. Здорово. Ну что, Рябзи, что делать будем? Ну давай посмотрим для начала, что мы будем делать.
Когда мне было 16 лет, конечно же, я хотел, чтобы у меня была своя комната. Потому что у меня была одна комната с братом на двоих. Это была фактически родительская спальня, просто разделена на две части. Два шкафа, две кровати и две тумбочки. Как таковой детской комнаты не было. Почему я об этом вспомнил? Мне здесь недавно попалась одна анкета. Так, включилось? Не знаю. Все отлично, поправились. Все работает. Сели, все отлично. Поехали. Всем привет, меня зовут Захар, мне 16 лет. Вот моя дружная семья. Привет. Привет. Всегда приятно видеть многодетные, большие, дружные семьи. Вы знаете, я спортсмен. Я недавно переехал в эту комнату. У нас на проекте анкеты не часто заполняют подростки. Редко попадаются, потому что, скорее всего, что они заняты другими делами. Но точно они не думают о ремонте в своей комнате. И вы знаете, тут у меня жила сестра. Тут вокруг эти цветочки. Да, это мои цветочки. Но это именно такая анкета, и поэтому она меня заинтересовала. В общем, я хотел бы здесь все поменять. Стол, стул, диван, все что угодно. Паша, приезжай, помоги нам. Ну что ж, разберемся на месте. Я посмотрел видео с этой анкетой. Меня эта комната заинтересовала, во-первых, потому что не так часто подростки проявляют инициативу, а во-вторых, скорее всего, там комната неправильной формы. Но это еще предстоит выяснить. Так, какой-то знакомый дом. По-моему, мы тут что-то уже делали. Точно, стена из лего. Вау! Крутяк! Крутяк! Эмоций нет вообще. Я думаю, что в анкете был адрес знакомый. Да, точно, тот же самый дом. Еще одна квартира в этом доме, и это уже станет подозрительно. Надеюсь, вызвали не ремонт переделывать. Как вас много? Мы вас заждались уже. Ну, когда мы узнали, что приедет Сидорик, Паша, мы были просто в восторге. Да, действительно, что-то не то. Как я и думал, трапециевидная комната. Это комната неправильной формы. Но эта комната – это нечто. Во-первых, здесь нету ни одного прямого угла. Окно посередине. Душно. В общем, ну все непонятно. Ну, рассказывай, чем занимаешься? Как тебя зовут? По Захару видно, что он занимается спортом. Хоккеем я увлекаюсь с 6 лет, футболом с 13. Слушай, у тебя столько кубков и медалей, возможно, ты хотел бы, чтобы мы что-то сделали в комнате для хранения? Да, я хотел бы, потому что они стоят в разных местах, хотелось бы, чтобы они хранились в одном. Что читаешь? Читаю я «Сталкера» от Дмитрия Силова. И Джона Толкина. Толкин? Кто это? А, про хоббитов? У тебя такой оригинальный шкаф для хранения одежды, прозрачный. Да, есть такое. Ну, я так понял, что шкаф тебе нужно обязательно сделать. Да, телевизор, компьютер, кровать, стол, стул. Несите все, что есть. Хана бюджету. А, точно. Окно хочется новое. Хочется, чтобы свежо было здесь. Ой, ребят, можно к вам? Ну, расскажите свою историю этой комнаты. История этой комнаты такова. Здесь была, у нас существовала благополучно 5 лет дочь младшая. Но тут уже мои обои старые. Уже хочется вдохновления в доме, чтобы было видно, что тут живет мальчик. Пацана уже в армию пора отправлять. Какая комната? Будет у него своя кровать и тумбочка. Ну, реально, вместить все его пожелания в одну эту маленькую, нестандартную комнату, ну, мы не видим возможности. Как вообще, какое отношение мама имеет к комнате 16-летнего пацана? По-моему, он должен принимать решение все сам. Комната должна быть офигенная, мистическая. Третьему не дано. Ну, здесь есть как бы определенные нюансы за счет того, что комната неправильной формы. Но это, в принципе, не смертельно, все можно решить. Я уверен, что он мне поможет. Ну, во-первых, потому что он строитель. Ну, во-вторых, потому что Паша Сидорик нормальный пацан. Мне все понятно? Можем приступать? Готовы? Готовы. Всегда готовы. Потому что мы самые лучшие. Мы веселые, а у нас много идей, у нас комната кривая. Ну, потому что у нас вообще... И фамилия наша Пужевич. Я говорю, с выселением все нормально. Это еще, типа, там все хорошо. И по выселению у меня таких жестких вопросов не было. Выселение было смонтировано еще очень-очень давно. Интеграция. Это моя самая любимая просто.
Ань, слушай, надо делать что-то с духотой в комнате. Может, объединим комнату с лоджией? Ты знаешь, я думаю, что нам бюджета даже с картой фан не хватит. Да ну, у них же бюджет до 10 тысяч. Ты знаешь, твоими дизайнерскими аппетитами 10 тысяч не хватит. Предлагаю сделать что-то с окном. Поставим мультифункциональный стеклопакет стоп-защиты и думаю... Серьезно? Как вы мне предлагаете вот это вот согласовать с партнерами? Мне просто даже стыдно отсылать эти драфты. Почему нельзя было просто сказать? С картой Фан от ВП Сбербанка вы получаете беспроцентную рассрочку до 2 месяцев во всех магазинах или до 12 месяцев в магазинах партнера. Сумма лимита до 10 тысяч белорусских рублей. Но неужели это сложно все сказать? Я не понимаю. Взять карточку, сказать «Карта Фан» – лучшая карта в мире, поможет реализовать все ваши желания. Все, это сложно? Я не понимаю. Да, диалог может быть слабоват. Это не оскароносная драма. Простите. Программа, в принципе, не может собраться. Нет логических цепочек. Более того, то, за что нам платят деньги за рекламные проявления, они вообще не сняты, либо они сделаны очень плохо. А дальше у нас идет... На сайте компании «Окна Панорама» я нашел много вариантов различных стеклопакетов, в том числе и тот, который подходит для нас, с защитой от солнца. У него стекла сделаны с серебристо-зеркальным напылением, благодаря чему очень хорошо отражают избыточное тепло. Они позволяют сохранить прохладу летом, очень хороший вариант для окон, которые находятся с южной стороны. Думаю, это в корне должно исправить ситуацию. В комнате наших героев мы ставим окна-альбиносы от компании «Окна Панорама». Они позволяют сохранить прохладу летом, очень хороший вариант для окон с южной стороны. Нет, не отлично. Ангелина, мы это уже вставили в выпуск. В смысле? Мы ж можем так классно интегрировать партнеров. Мы ж можем там, не знаю, краш-тесты устраивать, там, не знаю, ездить к партнерам и все. Мы сейчас начнем верить в то, что мы делаем, и сделаем хорошую работу. Окей, okay, давай дальше. Дизайнерский. Блок дизайнер. Ну, Аня, да. У нас дизайнер Аня, которая стесняется, закрывается, которая подтупливает в кадре. Нету критического мышления у режиссера, который бы мог на площадке сказать, мы так делать не будем. Мы будем делать вот так, и так будет круто, так будет хорошо. Что мы получаем? Унылый контент. Ну, первым делом при создании дизайн-проектов мы начинаем все-таки с эргономики и бюджета. Наша комната была нестандартная, она имела вид трапеции, в ней не было ни одного прямого угла, и за счет этого я решила сделать такой стиль деконструктивизм. Первым делом защитим наши руки. При создании дизайн-проекта я прежде всего хотела, чтобы понравилось нашему герою. Комнату мы сделали в мужских цветах с небольшими яркими акцентами в виде ковра, подушек и покрывала. На наших стенах будет краска цвета гранит и декоративная штукатурка. Рамки высохли, теперь выложим их в красивую композицию. Я пыталась максимально скрыть дверь, и самый лучший вариант я нашла в Юркос. Дверь скрытого монтажа под покраску, модель Invisible 0Z с лаконичной ручкой Юркос идеально впишется в мой интерьер. Крутись давай. В нашей комнате мы использовали трековую систему, потолочный светильник и поворотный светильник в зоне кровати. Трековую систему мы использовали для того, чтобы правильно зонировать пространство и направить свет в нужную нам сторону. Так это надо, если я не могу говорить, когда я кручу, понимаешь? В нашей комнате есть 3 зоны. Зона сна, зона, где наш герой сможет поработать, и третья зона для чтения, в которой мы разместили удобное кресло и журнальный столик от Диван Бай. Утопила. В нашей комнате мы не могли поставить стандартный шкаф, кровать и стандартный стол, поэтому мы возвели гипсокартоновые конструкции, в которые строили шкаф, сделали конструкцию для того, чтобы выпрямить кровать под угол 90 градусов и заказали нестандартной формы компьютерный стол. Ну, наш герой, он любит мистику. Все, я говорю, что подождите, мне надо это. Я вот с тобой разговорилась, все, сначала начала. Сейчас я начинаю тупить. Уберите от меня эту камеру. Нет, в ту сторону, наверное, пойду. Просто 3 часа синхрона. 3. Зачем? Просто зачем? Чего редактор не разогнал? Она не рассказывала то, что она делала. Она не знала. В этом проблема. В смысле? Вы подходите и говорите, о, потолок, что делала с потолком? Так хорошо, хорошо. Она делала с полом. Она говорит, что делала с полом. В этом проблема. Она не говорила, что делала с полом. Каждые 5 минут просила перерыв, потому что она не может. Она не могла ничего сказать. Даже ей говорит фразу, она не может ее повторить.
с человеком работало 3 разных редактора. У людей всегда есть оправдание. И это был куда более опытный редактор. Еще в прошлом сезоне мы записывали 40 или даже меньше секунд хрона на протяжении 3 часов. Наши герои попросили сделать им светлую комнату, спальное место и большой шкаф. Мы с Ангелиной и Полиной, обсудив наш проект, решили, что сделать просто шкаф может каждый, поэтому мы сделали для них большую и очень функциональную гардеробную. Это сложно. Я это... тормоз. Возле дивана мы поставили журнальные столики, которые трансформируются в прикроватные тумбочки, которые можно будет использовать для личных вещей. Так как наша комната имела неправильную форму, мы решили ее чуть изменить. Возвели вот такую гипсокартоновую конструкцию и на нее повесили зеркало для того, чтобы визуально расширить пространство. Изначально в нашей концепции было деление стены на 2 части. Внизу было черное, сверху белое. Работая над проектом, мы решили отказаться от этой идеи для того, чтобы не перегружать пространство. И, как мне кажется, получилось очень здорово. Для того, чтобы... Я не придумала для чего. Мне было все равно, в принципе, но меня потом брат подкалывал этим, поэтому я волновалась. Это такая травма с первого сезона. Да, да, да. А что будет, если мы сможем с ней все сделать нормально? Ну, слава вам и хвала. Я не смогла. Вика не смогла. Ты можешь спокойно, понимаешь? Без вот этого... А сейчас на камеру смотреть не надо, нас не так у меня. Чуть-чуть. Здравствуй, Аня. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Как настрой? Замечательно. Ты нас стесняешься, боишься. Конечно. Стараешься контролировать свою речь. А когда начинаешь контролировать, начинаешь сбиваться. Чего? Страшные. Страшные? Кто страшный? Люди нормальные, камеры страшные. Камеры страшные. Убери камеры. Камеры не можем убрать, мы снимаем шоу. По факту мы делаем это через какой-то надлом и какое-то мучение. И из-за этого здесь нету энергии в этом шоу. Но я же дизайнер, я не ведущая, поэтому я их боюсь. Надо с этим что-то будет делать. Туда чего-то давать, какую-то энергию от себя, а не просто участвовать и присутствовать. Ну, так что делать? Не знаю, ну, сложный вопрос. Работать будем? Твое решение. Мое решение, что надо переснять. Встанешь и переснимешь. Все? Решили? Все полностью? Ну, почти. Тебе редакторы расскажут. Что? Да или нет? Я ну не да, понимаю. Ну так а что? Да, есть супер. Другой выход? Нету выхода у тебя. Она не может не справиться. Да все реально. Ну, главное стараться. Мне так нравится все время съемочной группы, как все время приходят мне оправдывать. Вообще вот подсъемы. Перед нанесением декоративного состава периметр оклеиваем лентой Blue Dolphin для того, чтобы не испачкать соседние стены и была четкая граница. Почему я выбрал именно этот состав? Во-первых, он легко наносится. Во-вторых, колируется в любой цвет. В-третьих, состав эластичный, и если появится трещина, то наружу она не пройдет. Штукатурка будет ее держать. В-четвертых, нам нужен был состав, который похож на бетон. Как только он высох, наклеили малярную ленту Blue Dolphin, затем нанесли второй слой декоративного состава. После этого пластмассовым шпателем сделали рисунок, оторвали ленту, и вау! Геометрическая стена. Стена с геометрическим рисунком. Расскажи мне, вот эта красивая стенка, которая сделана, из чего она сделана? Из декоративной штукатурки. Вот да. Мы показываем эту стенку керамин. И керамин нам говорит, а вы что, у нас плитку взяли? Я не буду говорить, как мы выкручивались, потому что я слишком много знаю, как мы выкручивались. И они подумали, что это плитка керамогранит. И что? Да не похоже на керамогранит, я не могу такого говорить, ну. Она бетон, там стиль как бы чуть-чуть лофта, ну, деконструктивизм. Как можно положить в спальню плитку? А как можно сделать имитацию под плитку в спальню? У керамина стандарт 60/60. И если бы я сделала такую стенку из керамина, то у меня бы были вот здесь вот везде вот эти вот швы, и это было бы совсем... А ты видел ее? Нет, я не видел. Конечно, я видел, но
Давай по-честному. Ну. Ты видел когда-нибудь плитку керамин? Конечно. Она это, в самом деле, не фактурная. Она просто картинка, напечатанная на... Вот это говорить вообще нельзя. Ну и она не может сравниться с плиткой керамин. Вообще нельзя говорить. Плитка керамин лучшая Окей, плитка лучшая мира. Плитка в мире. Да, смотри, скажи. Плитка керамин лучшая плитка в мире. Я говорю, серьезно, посмотри, я скажу. Не скажу я тогда. Нет. Сейчас пойдем приделывать стену. Керамин лучшая плитка в мире. Ну, отлично. Я, кстати, вот... Очень люблю нарезать ремонтные работы. Ну, ремонтные работы чисто по съемке – это, ну, знаешь, рутина. Приступаем к установке двери от компании «Юркос». У таких дверей нет наличника, и рама встроена в стену. Дизайнеры применяют такой прием для того, чтобы расширить пространство, так как дверь фактически сливается со стеной. Плюс такую дверь можно перекрашивать, также оклеивать обоями, наносить декоративное покрытие и даже можно приклеить зеркало. Стены и потолок мы решили красить краской. Она специально предназначена для интерьерной покраски внутри помещения. Благодаря шелковисто-матовому покрытию цвет остается насыщенный при любом освещении. Аня все-таки меня не послушала и сделала темный пол. Но то, что она выбрала, мне понравилось. В салоне напольных покрытий она выбрала ламинат дуб бёрдок. Текстура практически не отличается от натурального дерева. Перед укладкой ламината основание обязательно нужно пропылесосить, чтобы мусор не остался под полом. Затем укладывается подложка под ламинат. Она имеет тепло- и звукоизоляционные свойства. Между собой листы скрепляются лентой ПВХ Blue Dolphin. Затем производится укладка ламината. Так как в ламинате есть пластмассовый замок, доски можно защелкивать по одной. Так что делать? Че? Так в чем проблема-то? Проблема не одна, их много. Что-то забирать, да? Такой пытаешься найти удачные кадрики, а их нету, например. Мне кажется, нам надо просто написать инструкцию, как надо снимать. Хорошо. Что еще? Концепция не соблюдается. Настя не услышала ни меня, ни команду. Также не услышал Мирослав. И они сняли то, что смогли. Нету сценария конкретной программы. Нету монтажного листа. И нету инструкции того, что снимают. Ну, так как вообще начали сезон снимать? Планировали, что «О, да, круто, у нас сейчас будет реалити». Но потом понимаем, что... У нас не будет реалити. Толя напишет инструкцию по съемке. У тебя будет работа с Яной по поводу концепции. Я не тяну этот проект так, как должна. Буду делать то, что говорят. И у тебя. После того, как они напишут концепцию, нужно выработать концепцию монтажа. По сценарию мы ни одну программу больше без сценария делать не будем. Команда не может не справиться, потому что уже нет второго шанса. Мы уже много чего сделали. Мы выключили команду, которая работала на другом направлении. Мы привели ее в эту команду. Приходит Никита и говорит, надо спасать наш ремонт. Проблема в том, что это не первый раз такая херня. Деваться было некуда, слово начальство закон. То, что мы уже это насняли, часть материала мы возьмем. В то реалити, которое мы сейчас будем делать, часть материала, конечно, придется похоронить. Но ты и с места не дернешься, пока они не придут к тебе с сценарием и с концепцией. Ок. Если это понятно, то я не понимаю, почему мы тогда будем здесь сидеть. Пошлите писать. Мы заселение вообще будем переснимать? Ну, едем переснимать, в этом нет ничего страшного. Я думаю, люди нас понимают, поймут. Да, мы пересняли два момента. Мы пересняли заселение, и мы пересняли подведение итогов. Оба-на. А может, мне электросила такой крутой телек подарит? А ты бы сам с ним разобрался? Конечно, почему нет? Паша, ну это современный телевизор. Тут кроме кнопки включить-выключить еще очень много функций. Ну закажу настройку. У кого? У грузчиков? Стоп. Ты что, не знала, что электросила не только продает технику, а делает еще настройку и установку? Ладно, отлично. Это подарок для героев. Пойдем. Так всегда. В первую очередь мы хотели спасти ситуацию, переписать... ту же рекламу. Получилось хорошо. У тебя удалось все, что ты хотела сделать? Да, у меня все удалось. То, что я планировала, даже, мне кажется, намного лучше, чем я планировала. Двери Invisible, они смотрятся классно, как космические, но мне кажется, что в процессе эксплуатации, может, не совсем практично будет. Все дизайнеры используют двери Invisible. Ну, потому что, блин, ну вот необычно выглядят. Паша, как тебе моя стена? Мне нравится. Как будто какой-то, не знаю, мрамор. На плитку похоже. Бетон. Это декоративная штукатурка. Мастер специально сделал разработку и нанес ее по моему эскизу. Единственный косяк мой – это
ну и даже, наверное, не, больше не мой, а строительный, что потолок все-таки сделала светлым, потому что, ну, темновато в комнате. И не строитель у меня. Решил принять решение самостоятельно, да? Да, так и было. Я понял. У меня была конференция, поэтому я была занята. Пол вообще мне нравится. Дуб. Бёрдок. Я думаю, что тебе в магазине Freedom консультант, наверное, просто посоветовал. Неправда, я выбирала. Дуб Бёрдок – это лучшее дизайнерское решение. Мне надо было сделать ему удобную кровать, письменное рабочее место, рабочий стол, там, шкаф для хранения одежды. Садись. Удобная? Нормальная? Ну, где покупала? В Диванбай. Еще и столик есть. Столик оттуда, да? Да. Большой очень выбор мебели. Мне даже понравилось. А рамки тебе мои нравятся? Нравится задумка. Но видно, что ты их сама красила. Я тебе еще не сказала, что я их сама красила. Я уже увидел. Осталось только посмотреть, понравится ли наша работа героям. Я уверена, им очень понравится. Это герои со своими историями. Это живые люди. Живые люди в кадре. Здравствуйте. Здравствуйте. Паша, привет. Это давно. Ой, спасибо. Соскучились по дому? Очень, да. Какие ожидания? Ну, мне кажется, что будет мальчиковая комната, потому что в прошлый раз какие-то цветочки были. Я хочу увидеть такую комнату, какую я еще не видел, чтобы это моему брату понравилось. Ну, я хочу увидеть то, чего я, конечно же, не ожидаю, что-нибудь интересное и захватывающее для меня. Этот час настал, и хочется вот так открыть комнату и окунуться в мир какого-то такой фантастической реальности. Ну что, не буду вас томить, проходите. Неожиданно, все неожиданно. Да, мне хочется посмотреть на этого человека, который это все смог придумать, потому что ощущение у меня такое, что он знаком лично с моим сыном. И я постаралась ему создать именно стильную спальню, чтобы ему было комфортно в ней находиться. Сыну, тебе нравится? Так я в шоке. Я даже не улыбнулся, а стоял просто в недоумении, как они это сделали. Кубки, ребята, вот оно. Я думаю, это будет как-то заряжать большим энтузиазмом, быстрее завесить все-все-все. У меня такое ощущение, что мы сейчас откроем, и там будет сразу улица, потому что настолько все класс. Сейчас тут очень свежо, просторно, много нового. Ну как, впечатление? Ой, просто отлично. Очень классно. Состояние шоковое. Мне кажется, моему брату понравилось, потому что он увидел то, чего не мог даже ожидать. А уже заметили ваш подарок от Электросила? Телевизор Sharp Lawrence. Европейское качество по доступной цене. Также в нем есть интерактивное телевидение. Это просто потрясающе. Телевизора всегда не хватало в моей комнате. То, что техника есть, конечно, спасибо большое. Будет развлечение в свободное время от учебы. Теперь у вас стоит окно со светофильтрами от компании «Окна Панорамы». И в комнате летом не будет жарко. Здорово. От этого мы всегда страдали. Комната получилась уютная, комфортная и довольно такая интересная сама по себе. Очень странные двери, я заметил. Эта дверь называется Invisible от компании «Юркость» – дверь скрытого монтажа. Мы даже такой никогда не видели. Захар, ты доволен? Да, я доволен. Ощущения родительские, то, что сын доволен, наверное, это самое лучшее, что может быть для родителей. Как жалко, что не мы смогли это дать ему. Но мы очень рады, что вы нам помогли. Я хотел бы выразить большую благодарность проекту «Наш ремонт» за то, что они мне помогли с комнатой, потому что я сам не мог определиться, как и что делать. Безусловно, так как мы работали над этим проектом, я рад, что Захару понравилось. И теперь, возможно, что-то изменится в его жизни, как до и после. А то, что мы в конце увидели, это, конечно, большое спасибо. И мечты сбываются. Мы все чуть-чуть боимся и все чуть-чуть переживаем. Мы пробуем, поэтому пишите нам, пишите, отправляйте анкеты. Коллеги, мы попробовали спасти выпуск нашего ремонта под номером 2. Что нам нужно было сделать, это закрыть вот эти сюжетные дыры и нехватку энергии в конденте. Мы его сейчас посмотрели на монтаже, и там что-то даже получилось.
Это не совсем реалити, потому что у нас нету всех процессов, снятых в формате реалити-шоу. Это скорее программа о том, как мы спасли программу и вышли в эфир. Мы хотели эту ситуацию обыграть, ну, как-то клево, прикольно. В общем и целом, мы пересняли с вами... И этот дубль мы сейчас переснимем. Мы пересняли с вами этап заселения. Ну, что это было снято, да. Теперь у нас там появились наконец-то эмоции и радость наших жильцов, что у них произошел ремонт. Они к ним просто приехала съемочная группа, постояла, испачкала пол и уехала. Что касается дальнейшего какого-то формата, я бы хотел услышать ваше мнение и услышать мнение Толи, например. Как реалити оно получилось. Все нормально себя ведут перед камерой, может, кроме меня. Но для того, чтобы продолжать делать, нам нужно это делать по-другому. Я пока довольна, Алиса, партнер. Всем количеством рекламных проявлений они меня устраивают. Реалити монтировать гораздо интереснее, чем то, что было. За 2 дня контент мы сняли. Если бы я не знал, что это будет реально, я бы не сказал 2 дня. Можем, когда хотим. И это радует. Сначала мы решили, что мы их всех уволим. Потом мы подумали, дадим еще один шанс. Невозможное возможно, и что было бы желание, старание, и мы сможем с вами снять все, что угодно. Так что, кто приложил к этому руку, всем спасибо. Те, кто идут монтировать дальше, идут монтировать. И будем ждать программу в эфире в воскресенье. Но то, что мы попробовали сделать реалити, и кто-то за это нас может осудить, мне, честно, все равно. У нас любят все всех осуждать. Это такая национальная идея. Зачем? Вы попробуйте сделать. Вот мы попробовали. И то, что они скажут, это будет для нас в любом случае почва для роста, почва для развития. Поэтому я доволен этим опытом. Я не жалею о том, что мы это замутили. На самом деле правильно красить вдоль волокон, но я не маляр, я дизайнер. Но я же дизайнер, я не ведущая. У нас сегодня много радужных моментов. У Паши день рождения. Давайте лучше об этом поговорим. Сколько тебе лет, Пашка, исполнилось? Да не жалко мне. А то, что они твои бабки проебывают, тебе не жалко? Чего? Нормально. Давай я скажу, все нормально. Я сейчас все скажу, а я тупой строитель. Я не спорю. А давай, может, этот плинтус положим? Кинешь там, где удобнее, это все знают. Видишь, туда сядешь. Нам все понравилось. Спасибо, наш ремонт. Спасибо, наш ремонт.